25-летняя Инесса Шевчук стала жертвой неудачной мамопластики. По словам девушки, теперь ее грудь живет своей жизнью. Участница телестройки несколько месяцев назад обратилась к одному из самых известных столичных пластических хирургов, Александру Тепляшину. Модель захотела увеличить размер груди. Результат операции оказался далеким от ее ожиданий, на теле остались страшные рубцы, а имплант постоянно перемещается. Будто мясник резал. Грудь уходит под мышки, а врач говорит, что доволен своей работой. Грудные импланты крутятся по часовой стрелке. Да, иногда имплант встает на место, например, как сегодня, и кажется, что все окей. Но через 2 часа он снова крутится, и грудь выглядит ужасно. А ведь операция стоила 1 миллион рублей, возмутилась Инесса. Девушка обратилась к хирургу с претензией и требованием вернуть деньги. Однако Тепляшин отказался возвращать стоимость операции. Он предложил переделать свою работу, на что модель ответила отказом. «К нему на стол я больше не лягу. Он уродует людей», — категорично заявила секс-бомба. Звезда «Дома-2» утверждает, что врач имеет влиятельных знакомых, которые помогают ему избегать наказаний за медицинские ошибки. «У меня кругом связи, я акула в этом деле, мне ничего не будет, мне плевать», — говорил он, называя фамилии людей, с кем он выпивает, кто его защищает.